Аузу биляхи мина шайтану раджи, бисмиллахи рахману рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллах, уважаемые наши телезрители. Приветствуем вас на нашем телеканале Хади ТВ3 и приносим вам свои соболезнования в связи с гибелью госпожи Фатимы Захры, саламу аллаху алейха. В связи с этим событием мы начали цикл передач, посвященных этой теме, этому трауру. И для этого вопроса мы вновь пригласили в нашу студию уважаемого хаджата ислам валь муслимин шейх Гурбана. Ассаламу алейкум, шейх Гурбан. Алейкум ассаламу рахматуллахи баракату. Уважаемый шейх Гурбан, мы несколько передач говорили о толковании аята Нур, где разъясняли, что свет Аллаха является Фатима, саламу Аллаху алейха. Потом вы несколько передач нам разъясняли о потомках Фатимы, какой они вклад внесли, какой они след оставили, на сегодняшний день тоже приносят большую пользу для ислама и распространение света Аллаха. И потом вы перешли к вопросу единобожия. Могли бы продолжить? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. Я прежде всего приветствую дорогих телезрителей Хади ТВ3. Совершенно верно, мы говорили о толковании одного из аятов суры «Свет», суры «Нур», где говорится о свете Бога. И уподобляется свет Бога некоему мешкату. И в толковании от его светлости имам Садыга, алейхиссалату вассалам, говорится, что под мешкатом здесь подразумевается ее светлость Фатима Захра, саламу алейха. И мы попытались дать этому толкованию его светлость имам Садыг, алейхиссалату вассалам, попытались дать толкование с разных точек зрения. И с этим коснулись ряда вопросов. И мы ранее говорили о нескольких толкованиях, нескольких пониманиях этих слов, которые, конечно же, могут быть одновременно значением и смыслом и толкованием слов его светлости имам Садыг, алейхиссалату вассалам, и ни в коем случае друг другу не противоречат. И одним из толкований была роль ее светлости Фатима Заграс, саламу Аллаху алейха, в борьбе между светом и тьмой. И об этом мы говорили довольно-таки коротко и решили, так как появилась возможность, решили еще более подробно этот вопрос разобрать. И для того, чтобы разобрать роль ее светлости Фатима Захра, саламу алейха, в борьбе с этой тьмой, о котором говорится неоднократно в Священном Коране, нам необходимо было понять смысл и значение, и вообще важность единобожия. И в связи с этим мы говорили на предыдущих наших встречах, говорили о том, что единобожие является обителью безопасности, является обителью блаженства. В отличие от неверия, которое в Священном Коране названо «дар аль-бавар». То есть это «ахаллу коумахум дар аль-бавар», то есть сделали возможным для своих людей, для своего народа обитель разрухи. И с этой точки зрения, конечно же, единобожие играет для каждого человека, играет просто беспрецедентную роль, невероятную роль. И в связи с этим мы говорили о том, что единственным убежищем является единобожие для человека от тех опасностей, которые его поджидают. «Фафирру иля Аллах», сказано в Священном Коране. Прибегните к Богу от этих опасностей. Фаля таджалу ма Аллахи иляхан ахар. И не поклоняйтесь наряду с Богом к другим богам. То есть это есть средство спасения от тех опасностей, которые поджидают, тех стрессов, тех трудностей, той разрухи, которая, вне всякого сомнения, поджидает человека. И в связи с этим мы, разбирая этот вопрос, в связи с этим коснулись ряда важных аятов, важных
значимо в связи с этим предание, но я хочу указать еще на одно из преданий. В связи с этим от Его Святости мы ранее об этом говорили и очень коротко привели. От Его Святости Имама Риды, алейхиссалату вассалам, имеется предание. Мы позже еще и коснемся, еще вернемся к этому преданию. Его Святость передает это хадисы Кудси со слов Бога, который сказал «Ла иляха илляла», то есть это передает от Его Святости пророку Мухаммада, саллаллаху алейхи ва салям, который говорит, что «Самиету Джабраиль, якулу самиету Аллах». Я слышал от Джабраила, который сказал, что я слышал от Бога. «Якулу», который говорил Богу, от Бога, который говорил «Ла иляха илляла хисни, фаман дахал хисни амина мин адаби». Слова «нет Бога, кроме единого Бога» являются моей крепостью, и кто войдет в эту крепость, будет спасен. Убежище, да. Найдет убежище, найдет спасение от моего наказания. И здесь это предание очень часто, то есть это довольно-таки распространенное предание на самом деле, согласно... от имама Ризы, алейхиссалату вассалам. Это предание от имама Ризы, алейхиссалату вассалам. Согласно суннитским источникам, это предание передается по разным источникам от 10 до 30 тысяч человек. То есть передатчиков у этого предания по разным... Ну, общепринятая и более популярная версия, согласно суннитским источникам, является 20 тысяч. То есть считается, что от 20 тысяч человек передавалось это предание. Поэтому оно является, обладает наивысшей степенью достоверности с этой точки зрения. В некоторых говорится «калимату ля иляха илляллах», в некоторых версиях этого предания. И здесь мы, обращая внимание, обратите внимание, говоря о... Священный Коран или в преданиях, когда говорится «калима», здесь подразумевается не произнесение слов «ля иляха илляллах», потому что говорится «калимату ля иляха илляллах хисни, фаман дахаля хисни, амина мин азаби». То есть слова сказано, так можно перевести буквально, но под «калима» подразумевается само учение, сама идеология, сама позиция, то есть подразумевается в первую очередь здесь единобожие, а не просто произнесение этих слов. Подразумевается единобожие. Или, например, если мы обратимся к Священному Корану, в некоторых аятах имеются аяты, в которых говорится, например, в одном из аятов Священного Корана говорится, опять-таки, о единобожии, говорится «Алам тара кейфа дараballahu мэсалан калиматан тайибатан». Разве ты не видишь, как приводит примеры Бог, слово, прекрасного слова, приводит пример прекрасного слова, «калима тан таиба». Опять-таки здесь под «калима» подразумевается единобожие. Подразумевается под «калима тан таиба» там подразумевается единобожие. «Калима тан таиба тан кешаджаратин таиба». Это единобожие, «калима таиба», это единобожие подобно прекрасному дереву, благородному дереву, аслюха сабитун, корень которого крепок, благородное дерево, корень которого крепок, просто ветром его не унесет, он крепок. Вафар уха фиссама, но несмотря на то, что корень находится в земле, но само дерево возвышается в небесах, то есть имеет один конец находится на земле, другой конец находится на небесах. Ту'ти укуляха кульхинин, и дает плоды постоянно. Постоянно дает плоды. Здесь приводит Всевышний Бог, приводит пример единобожия. Говорит, это единобожие подобно этому благородному дереву. Биизни раббиха. وَيَدْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. И в следующем аяте говорит وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ. И пример
Калиматин хабиса, под калиматин хабиса подразумевается многобожие. Все, что находится вне единобожия, является калиматин хабиса, кашаджаратин хабиса, подобно отвратительному дереву. Калиматин хабиса. Как? Шаджаратин хабиса, да? Шаджарат. Калиматин хабиса, кашаджаратин хабиса, сказано. То есть это многобожие, подобно этому отвратительному дереву, потому что под калиматин хабиса подразумевается многобожие. Кешаджаратин хабисатин учтуссат мин фоукил арс, который вырывают из земли. Его нету, то есть он не остается в земле, его вырывают. Маляха мин карар. Нет у него постоянства, он не постоянен, это дерево не постоянно. Неустойчив, да. Итак, мы видим, да, неустойчив. Здесь мы видим, из всего сказанного мы понимаем важность, значимость и невероятную роль, которую играет единобожие в значении. Это единственное спасение для человека. То, что единственное, что может спасти его от невероятных опасностей. И поэтому единобожие играет наиважнейшую роль в жизни человека. Наиважнейшую. Мы должны прерваться на небольшую паузу, после чего продолжим. Уважаемые телезрители, оставайтесь с нами. После небольшой паузы мы вернемся в эту студию и продолжим данную тему. Уважаемые телезрители, мы прерываем небольшую паузу, за которую говорили о единобожии. Уважаемый Шейх Гурбан, я вас прервал на небольшую паузу, вы говорили о единобожии, о том, что многобожие подобно отвратительному дереву и является неустойчивым, является невечным. Да, совершенно верно. Но мы об этом говорили подробно, то есть мы сейчас не будем особо на этой теме останавливаться. Мы об этом говорили подробно и с точки зрения откровения, с точки зрения священного Корана, с точки зрения преданий, мы этот вопрос более-менее разъяснили. Давайте теперь посмотрим немножко на другой вопрос. На то, какие имеются условия у единобожия, то есть как единобожие достичь, как человек может быть единобожием. Потому что здесь мы, обращаясь предания и, конечно же, к аятам Священного Корана, обнаруживаем ряд условий. И одним, например, одним из условий единобожия является перенесение трудностей, является проявление терпения. То есть человек не может достичь этой обители, обители единобожия, обители безопасности, не может обезопасить себя от трудностей, не может достичь этой цели, если он не будет терпелив к трудностям, если он не переживет трудности, если он будет полностью, изначально будет в комфорте, в безопасности и не переживет, и не пройдет через определенные трудности. В Священном Коране Всевышний говорит «Я айюхаль инсан».
И здесь этот аят подчеркивает тот факт, что все люди пройдут через трудности. Но одно дело проходить через трудности терпеливо и добраться до этой обители единобожия, обители безопасности, или же перенести эти трудности, но не проявить терпение, не проявить благодарность, потому что наивысшей степенью единобожника является Магаму Рида. Мы это из преданий можем вывести. Магаму Рида – это не просто проявление терпения, потому что есть Магаму Себр. Кто-то проявляет терпение. Терпение перед трудностями. Он проявляет терпение. Но есть нечто большее, о котором сказано в Священном Коране. «Испир сабран джамиля» сказано. Потому что есть просто проявление терпения, а есть сабри джамиль. Из этого аята ясно следует, что есть не просто терпение, а есть терпение прекрасное. «Испир сабран джамиля». И этот сабри джамиль, согласно преданиям, есть макаму реда. Когда единобожник не просто терпит, проявляет терпение перед трудностями, но и более того, благодарен Богу за эти трудности. Почему? Потому что мы из аятов Священного Корана, например, в том аяте, в котором говорится о тех трудностях, которые постигли иудеев, когда фараон их убивал их детей. Бог что говорит в этом аяте? Бог говорит о том, что это наказание, это страдание и это трудность от Бога. Это великая трудность от Бога. Что это означает? Это означает, что Бог даровал этим людям трудности, чтобы воспитать их, чтобы возвысить их. И подобный взгляд на трудности не может оставить воспитанного, не может оставить возвышенного единобожника просто терпеливым в такой ситуации. Он более того, что проявляет терпение, благодарен Богу за эти страдания. Благодарен Богу за эти трудности. Почему? Почему он благодарен? Потому что он прекрасно видит, он осознает, чувствует, он переживает тот факт, что эти трудности возвышают его, приближают его к Богу. А в противном случае все люди, каждый человек переносит и переживает трудности. Всевышний говорит: «Я юхал инсан, иннака кадихун иля раббика кадхан фамуляки». О человек, это не обращение к верующему, не обращение к мусульманину, это обращение к человеку как таковому, потому что кем бы ни был человек, он все равно переживает трудности. У всех есть трудности. Бедные не должны думать, что у богатых нет своих головных болей, или больные не должны думать, что у здоровых нет головных болей. Нет. Еще неизвестно, у кого больше страданий, у кого больше трудностей. У всех, все проживают эту жизнь с трудностями. Эта жизнь не может быть совершенно легкой и без трудностей. И в аяте в этом ясно и четко, недвусмысленно об этом говорится. О человек, воистину ты с трудностью, с испытаниями продвигаешься вперед к своему Господу, фэмуляки, и встретишься с Ним. То есть это движение, эта жизнь, она полна трудностей. Здесь ни один человек не лишен испытаний, не лишен трудностей. И одним из условий того, чтобы человек достиг после этой жизни, после этих трудностей, достиг, через эти трудности достиг обители безопасности, является проявление терпения. И еще лучше проявление благодарности за эти трудности. И в Священном Коране Бог говорит, обращается уже к верующим: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Мы будем испытывать вас, верующих, мусульман, будем испытывать страхом, голодом, недостатком имущества, недостатком людей, то есть малочисленностью будем вас испытывать. И вас самарат.
и недостатком результативности вашей деятельности. Это все испытание, то, что мы сегодня, потому что, обратите внимание, очень многие верующие на сегодняшний день чувствуют себя порой абсолютно бесполезными. Они чувствуют себя так, что бы они ни делали, их дела не приносят результата. И более того, они думают, что бы они ни сделали, они не смогут ничего изменить, они не смогут принести какого-то результата, они не смогут изменить мир вокруг себя. Поэтому желание убивает сам человека. Да, и он... здесь Бог «вабашири сабирин», говорит Бог. «Обрадуй же тех, которые будут проявлять терпение в такой ситуации». То есть мы испытаем вас страхом. Это непременное испытание, через которое должен пройти человек, который хочет добраться до Единобожия, хочет добраться до обители безопасности. Будем испытывать вас страхом, голодом, недостатком имущества, недостатком малочисленностью, недостатком душ, малочисленностью и недостатком результатов. То есть результативность, недостатком результативности вашей. Так обрадуй же терпеливых. Это одно из условий. То есть одним у единобожия есть условия. Чтобы добраться до этой обители безопасности, человек должен исполнить определенные условия. Это одно из условий. Одним из условий является перенесение трудностей, благодарность за трудности. Или в другом месте Коран говорит, что после каждой трудности приходит облегчение. То есть это тоже указано на то, что у всех людей есть трудности. Облегчение в каком смысле, конечно, имеется в виду. Возможно, именно душевное облегчение. Если человек это нормально перенесет. Ну, да, то есть как это немножко... Я, честно говоря, не могу уловить прямую связь с нашей темой, потому что мы говорим об условиях единобожия. То есть человек так или иначе переживает трудности. Нет, я имею в виду, что Аллах ему дает надежду на то, что после этих трудностей будет у него облегчение. Там говорится о другом немножко. Иннама аль-усри юсра, то есть когда человек подвергает себя трудностям, что переносит трудности, эти трудности всегда сопровождаются с облегчением. Всегда. То есть человек не может что-либо трудное для себя пережить, что-либо, какие-либо трудности перенести, но при этом не достичь через это какого-либо... Я просто говорю, что я не помню, именно к верующим это относится, имеется в виду душевное облегчение или нет. Поэтому я думал, что если это к верующим, то есть связь. В любом случае, здесь эти трудности, испытания являются одним из условий единобожия, достижения этой обители безопасности, единобожия. Есть и другой слой. Я в качестве примера всего лишь привел, трудности, чтобы дать понять, что есть условия для этого. Но есть и другие условия. Одним из этих условий является семейство Его Светлости Посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям. Непорочное семейство Его Светлости Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям. Это одно из условий достижения этой обители. Это одно из условий достижения единобожия. То есть, другими словами, проще говоря. И об этом говорит сам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, многократно, и в Священном Коране об этом имеется указание. Если человек хочет достичь этой обители, достичь единобожия, он должен последовать за семейством посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, отречься от их врагов и последовать за ними. То есть взять в качестве своих лидеров примеров для подражания, в качестве ориентира для себя взять исключительно этих непорочных людей. То есть непорочное семейство Его Светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, это одно из условий. Это одно из непременных условий. И, например, мы говорили об аяте Священного Корана, где говорится «Калима тайиба». То есть прекрасное слово, подобно «Ка шаджаратин тайиба», подобно благородному прекрасному дереву.
говорится в Священном Коране. Мы, если, обратите внимание, мы, если говорим о преданиях, мы толковали калима тайиба, это как единобожие. Но если мы обратимся к преданиям, к нашим преданиям, мы обнаружим, что калима тайиба растолкована как непорочное семейство его светлости пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Так значит, здесь есть разночтение в понимании этого аята, есть разногласие в понимании этого, ни в коем случае. Разногласий и разночтений в понимании аятова нет. Почему? Потому что это одно и то же. Потому что, да, калима тайиба, речь идет здесь о единобожии. И когда в преданиях мы обнаружим, что под калима тайиба говорится о непорочном семействе его светлости пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, это не противоречит тому, что этот аят о единобожии. Почему не противоречит? Потому что непорочное семейство его светлости пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, является одним из условий единобожия. Одним из условий единобожия. И так как они являются условием единобожия, то здесь являются средством и условием, непременным условием, обойтись без которого невозможно. Непременным условием достижения этой обители безопасности, то когда говорится «калима таиба», это одновременно с тем, что говорится о единобожии, говорится и о непорочном семействе его светлости пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И в некоторых преданиях однозначно, недвусмысленно на это указывается. То есть говорится о том, что мы являемся, например, имам Рида, алейхиссалату вассалам, в ранее упомянутом предании, «Ля иляха илляллах хисни, фаман дахаля хисни амина мин адаби», нет Бога, кроме единого Бога. Калимату ля иляха илляллах, то есть это единобожие является моей крепостью, кто войдет в мою крепость, останется в безопасности от моего наказания. И далее имам Рида, алейхиссалату вассалам, говорит «бишурутиха». Но вот у единобожия, его святость имам Рида, алейхиссалату вассалам, говорит, у единобожия есть условия. И далее его светлость говорит «Ана мин шурутиха». Я один из условий единобожия. В этом предании ясно и двусмысленно даже, то есть подчеркивается особым образом. Спасибо, Шейх Гурбан. К сожалению, наше время подошло к концу. И я думаю, если у вас есть более подробно сказать об условиях, то я думаю, лучше оставить на следующей передаче. На этом я с вами вынужден попрощаться. Уважаемые телезрители, к сожалению, наша передача подошла к концу. На этом мы с вами вынуждены попрощаться. Иншаллах, увидимся на следующих передачах. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.